В Беларуси пройдет неделя леса. Акция стартует 9 апреля. Специалисты уже приступили к подготовке земель. Самые популярные виды деревьев для восстановления массивов – сосна, ель, береза, ясень, клен и дуб. В экодвижении могут принять участие все желающие. В Беларуси продолжается посевная кампания. Некоторые коррективы внесла погода. Сев проведен уже на 30% площадей. Параллельно закупаются необходимые средства защиты растений. Уровень готовности техники 95%. Семенами сахарной свеклы страна обеспечена на 100%. Белтехосмотр в марте выдал без малого 160 тысяч разрешений на участие в дорожном движении. Это почти на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За отсутствие документа грозит штраф до 96 рублей. Записаться на ТО, напомним, можно и онлайн. Заранее забронировать дату и время. Накануне днем на Минской горела квартира. ЧП произошло на первом этаже. Еще до приезда спасателей выбраться из пылающего жилища пострадавшему помог сосед. Огонь уничтожил кровать и постельные принадлежности. Закопчены стены и потолок. Причина устанавливается. Белая Русь объявляет конкурс оригинального молодежного авторства, посвященного 635-летию Бобруйска. В Ленинской районной организации стартовал прием заявок. Участникам нужно заполнить бланк, приложить фото, стих, песню или ролик и отправить в виде файла на электронную почту. Работы оценят в четырех номинациях.